Мы снова в эфире, и у нас еще одна последняя игра в групповом этапе команды Supermassive Esports с командой из Бразилии Кабум. Эта игра уже имеет очень мало значения, но уверен, что бразильцы желают закончить турнир на мажорной ноте и, возможно, не дать туркам сделать идеальный такой ран в групповом этапе и как минимум одно поражение им нанести. Да и давно бразильцы у турок не выиграли, потому что в прошлом году Red Canids играли в Supermassive, два раза проиграли. И надо бы, наверное, чуть-чуть подкамбэкнуть, потому что не выиграли аж когда? Когда тогда Dark Passage приехали без Капса и Зекси в Бразилию, проиграли тогда 2-3. Вот с тех пор бразильцы не выиграли, и все-таки хочется им обозначить свои какие-то, ну, претензии на то, что они все-таки еще сильный вайлдкарт регион, а не просто какой-то второй роли на фоне Турции, на фоне того же СНГ. Хочется им сейчас вот взять такой небольшой реванш. Ну и опять же, надеяться нужно на то, что команда не развалится, кого именно. И давайте послушаем, что думает реально об этом опыте на этом MSI Тинкидо из команды Кабум Esports. Eu acho que pra gente o que vai levar, que a gente sempre vai levar pra nossa vida, pra nossa carreira, é essa experiência internacional. É, o fato de você estar jogando com regiões diferentes, você consegue aprender muita coisa com todos eles, até com a região do Japão, que a gente vê que não é uma região que tá tão boa ainda, mas até contra eles a gente não teve um jogo fácil, então a gente consegue ver muita coisa que cada região consegue fazer, então a gente consegue aprender muito com isso. Então pra mim a experiência é o que a gente consegue ter de mais importante aqui do MSI por enquanto. И это правильный подход, потому что, опять же, гнаться за какими-то недостижимыми победами и проходами дальше пока очень разумно, неразумно вернее, я разумно думать о том, что не поможет им уже в будущем как-то закрепиться на своем таком лидерском статусе и сыграть уже получше на будущих турнирах. Они вот как раз вот сейчас приехали и неплохо отыгрывают. Второй игровой день начался у них очень неплохо. Если сейчас дадут бой супермассивам или вообще внезапно выиграют, то это будет прорыв, и опыт они колоссальный отсюда вывезут. Бой не бой, но главное, чтобы был лучше, чем в предыдущий раз. Потому что, конечно, прошлая встреча этих двух соперников закончилась очень быстро, и было мало в ней драматизма, мягко говоря. Учитывая, что обеим командам уже нечего терять и нечего приобретать, готов ли ты, Зак, в последний раз на этом турнире жахнуть на Кабум, поверить в бразильцев и дать им немножко своей аналитической любви? Так потом еще пентаграмм будет, можно там еще зарядить. Конечно, на Бразилию я поставлю. Все. Зак уезжает с горки просто вниз в плане своего процента угадывания правильно матчей. Вандер. Зак просто меньше... Ему меньше кого интересна твое эта статистика, доверие в отличие от некоторых. Доверие? Не знаю. Доверие точно к Супермейсу. Хочется, чтобы Кабум подрались, но, наверное, ничего не получится. Поэтому Супермейсу пусть спасают сегодняшнее расписание побыстрее, чтобы все было. Поэтому за Турцию сейчас. Супермассив, так Супермассив. Я тоже за эту команду в этом матче буду... Не то чтобы болеть, но буду именно в нее верить в плане шансов на победу. Кабум Esports, команда пока все еще не зрелая, но надеюсь, что игра у нас будет более интересная и менее однозначная, чем до этого. Ну и начинаем стадию драфта. Предыдущая карта, конечно, совсем не задалась у Кабума. Они попробовали одну из своих заготовок, которыми играли дома, с Ноктюрном, со всеми прилагающимися, и влетели за 20 минут. Посмотрим, будут ли блокировать Ганпланка одна или другая команда, потому что и там топеры неплохо исполняют его, и неприятно играть против этого чемпиона. Казикс и Рейнджер вторую игру подряд не отдадут, в прошлой игре засмобулился. Наверное, опять сейчас будут какие-то очень чизовые заходы от Рейнджера, где-то на втором уровне, может быть, на верхнюю, может быть, на нижнюю. Трэша блокируют, наверное, стоит там ждать и Моргану, может быть, и Рейкана, учитывая, что на синей стороне против Супермейс пока очень выглядит банфаза, на самом деле, довольно банально, то есть убираешь всех приоритетных саппортов, оставляешь уже что-то такое, на чем ты не так боишься, но надо посмотреть. Да, осталось еще Моргану заблокировать, Snowflower. Ну, опять же, Алистар еще есть, угу. Да, нет, огромное чемпионов... количество пиков, да. Там, я говорю, там, когда... Софлар готов играть на Кеннеди на саппорте, в общем-то, то все остальное... А Зейтнот готов играть на Калисте? Конечно. В связке с Конином. Вопрос только, хотят ли они сейчас играть на Калисте, может быть, у них какая-нибудь заготовочка есть. Вроде бы играл готовы в свое время, нет? Нет, ну играл, но просто Калист сейчас не очень в мете. Понятно, что Ллойд вчера у Castle Team Gamers выиграл, но это все-таки
Такая себе была игра престиж, уже для обеих команд, и особо она ничего не решала. И Моргану оставили, но вряд ли будут первым прям ее забирать. Да, Кайса, потому что если вот этот чемпион, на котором Зейтнот начал играть уже в плей-офф... А, ну то есть все, да я понимаю, 19 банов мы прошли, можно есть, теперь брать можно ее пикать. И в плей-офф Зейтнот уже когда начал не играть, развалил вообще не замечая никого. Кайса ушла в итоге в пермобан против них, из-за чего пришлось Наварусе очень много играть. И Кассиаса с Морганой будет, то о-о-о, это сильно. А это, кстати, Винс Пик Дрейн, это то, о чем мы говорили на Рофле с Файком, с Денчиком, что против Кассиаса нужно брать линии, которые убойные. И кто у нас главный убойный на линии, это Дрейвен, потому что и в свое время против Калиста он очень неплохо работал, огромное количество урона, вместе сейчас будет Конкерер, скорее всего, и вместе да, с Браумом они будут все очень агрессивно, и та же Моргана на самом деле не очень против этого боец. Тем но более, да, Браум, Дрейвен, конечно, Моргану с Кайси будут бить очень сильно. Самое главное, чтобы просто не встрял нигде Дрейвен, слишком не заигрался. Там, конечно, можно наказывать. А зная Тайтона, заиграть? Так. Прогноз горит, Арман. В смысле? А, что Кайси с Ирелли возьмут? Ну, а я, кстати, поставил, и прогноз сгорел. Прогноз сгорел, дамы и господа. У нас прям сегодня решающий день, и все ответы выясняются. А я, кстати, думал, что турки как раз и возьмут в последней игре, когда галочку поставил. Ты думаешь, турки знают о СНГ-прогнозе и сундуках? Я думаю, что... Не, ну, может, какие-то знают, но эти, я думаю, нет, потому что им такие регионы не интересны. Но теперь просто все СНГ будет желать поражению Супермассив. Не только в этом матче, а это в следующем. Это те, кто поставили галочку в другую сторону? Да. Вопрос, будет ли Рейнджер здесь с Экзостом играть? О, не Рейнджер, а Райф будет ли с Экзостом играть? Ну, это мы узнаем чуть попозже. Вопрос, это Эзреаль саппорт, или Эзреаль лес, Эзреаль мид, или Эзреаль адекари и Кайса лес? Это, кстати, они вообще могут линии куда-нибудь свапнуть сейчас, и как они делали в последних играх. Тут и Лиз, кстати, появилась у вторая. У ГБМа взята кара, кстати. Уже мы видим это. Не знаю уж, не, они просто троллинг ли это. Ну, там у Фафайлс еще хил. Они в последней игре просто, когда дома играли, там уже все было понятно, и они прям свапнули роли. И... получали удовольствие от игры, может быть, здесь тоже будет что-то примерно такое, потому что если пока вырисовывается. Если выбирать, отправить в лес Кайсу или Эзреаля, то здесь выбор очевиден. Кайса, ну, в лесу, по крайней мере, в Солку очень либо хорошо заходит. Либо это может быть Эзреаль саппорт, например. АП-шный причем нужно собирать в АП. АП, Эзреаль саппорт, напрягает. Да и вообще PowerPill показывал, на самом деле, в Америке, что АП, Эзреаль на миде не очень-то, на самом деле, плохо работает. У нас сыграл кто-то играть из саппортов на Эзреале, вроде бы это был... либо Рич, либо Слоу. Слоу, по-моему, играл на Эзреале. Но, опять же, саппорт Эзреаль такая очень-очень интересная. Кабум пытается играть серьезно. Они еще не подозревают, что их ждет с другой стороны. Ну, Элиза Дрейвен куда уж серьезней. А, нужно что-то прям еще пожестче еще забрать. Еще серьезней нужно. Ну, Зед, например. Кто нам еще нужен? Талон. Которого Гриффина Талона показывали. Талона бафнули, 7 магического сопротивления закинули как раз. Я это слышу уже просто месяц. Месяц, Зак. Про эти 7 магического резиста. Сложно что-то сейчас предсказывать, что будет, что нет. Кому сами будут играть на Ясу? Ну Ясу понятно. Это уже баян, уже было сегодня. А Тимаш-то будет? Тимаша подвезут. А почему Тимаш? Но не будет Жужжима, друзья. Ну зачем нужен Тима без Жужжима? Ну как так? А что, запрещен? Так еще не вышел. Его просто не вышел на этом патче вроде бы еще. А они, по-моему, в скины все включаются, кстати, нет? Ну, если скины включаются, необходимо брать Жужжима. По-моему, включены скины, я просто если не уверен. Если нет, то это уже более скучный вариант. Забирается. У меня флешбеки. Лисину стамейджа, это не по-моему, лучше. По-моему, это Лисин для ГБМа. Далеко. Ну, это не важно. Просто вопрос в том, что если это стамейдж, то там далеко не самый сильный Лисин, который ну, мы видели в своей жизни. Ну, стамейдж, да. Но не нужно быть таким так, жестоким. Так еще Люцана подвести. Ну, это Люцан в мид, наверное, ну, вот, да? Ну вот взял блайнд Ясу, получил Люцана просто в лицо. И да сейчас... подожди, это вполне может быть вообще Люцан не туда. Ставки. Я ставлю, что Ирелия топ, Кайса лес, Эзреаль АД и... Эзреаль саппорт. Я ставлю, что Люцан мид. О, подвезли, кстати, это броненосцы, который вообще против всех чемпионов у Супермассив работает очень-очень неплохо. Так, я думаю, что это Ирелия топ, Кайса лес, Люцан мид, Эзреаль... Два лесника? Дабл джангл. Тогда будет забавно, конечно. Тут, знаешь, тут больше вопросов, на самом деле, не так надо ставить. Кто на какую линию пойдет из них? Потому что они явно Snowflower... сейчас они будут меняться линиями, потому что Snowflower играл на топе как раз, на Чоготе. И остальных я, честно говоря, не помню. Кто там куда бегал?
Но тут надо на это больше ставки делать. И, ну, если что, это регламентом не запрещено, вполне можно ролями менять. Ну что, дамы и господа, вам повезло всем тем, кто смотрит эту игру на лайв-портале и на наших трансляциях, попасть на уникальную и максимально интересную игру между Supermassive и Kaboom. У нас уже очень много всего происходит, поэтому без лишних прелюдий и лишних слов слово нашим коллегам и отправляемся в ущелье призывателей. Спасибо большое, Алексей. Отличный драфт. Выглядит все как... Будет суперинтересная катка с большим количеством веселья. Посвапали роли, но Supermassive против команды Kaboom поняли, что эту игру надо выигрывать с фаном. Что ты думаешь? У меня даже просто... Нет слов. Нет слов, это очень мягко. Потому что там как бы Ясуо. С одной стороны. А с другой стороны поменялись ролями. Ясуо? Шина и Дрейвен в одном сетапе. Шина? Покрышка чисто катается. Чисто покрышка, да. Да, а с другой стороны Лисин. Вот сейчас на Ирелию посмотрим от корейского суппорта. Друзья, автофил. Представьте, что вам прокнул корейский суппорт, и его автофильнул на топ. И он играет с Игнайтом. А, стоп. Люцик на топе. Ага, Люцик на топе. Так, где-то инвейдит. А Фафаблус на АД. Фафаблус на АД. О, здесь сразу стон! По пятерым, по пятерым! По четверым игрокам сразу же разыгрывают дальше. По Лисину его забирают. Фарсблад получает. Команда Kaboom отходит Supermassive. Пытается их преследовать дальше. Kaboom, замедление по ГБМу проходит. ГБМ использует свой скачок и выходит Supermassive. Почему стан был по пятерым, а первую кровь забрали Kaboom? Не знаю, мне кажется, Шина зарядила. Потому что Шина затанковала. Нельзя Шину фокусить. Она очень жесткая, ее фокусить, конечно же, нельзя. Да, вот слепой монах, взяв к себе книжку, раскрытую книгу заклинаний, был жестоко уничтожен. Да. В этой драке. И становится счет 1-0, получается, в пользу Kaboom. Supermassive, конечно, поменялись ролями, но здесь ничего не... какого-то апсета пока что не произошло. Пока что не произошло, и я вот сейчас обратил внимание, помимо Stormage'а, Смайт еще есть у ГБМа. То есть это три соло-линии плюс два лесника. Две это что-то кары, новое. Три стрелка. Вот смотрите, сколько стан. Раз, два, три, четыре, пять. А, пять. Даже пять по Рио пытается доиграть, но он скачок прожал свой. Ну и Лисин так быстро развалился, что... конечно. Тяжко было выжить Лисину. И несмотря на то, что Эзреаль нанес больше всего урона в этой драке. Фокуса не хватило просто. Да. Ну и на топе, конечно, у Колесика будут серьезные проблемы, потому что Люция доминирует против милишников, особенно тех, которых нету рывков, очень сильно. Так, Стомейдж забирает красный баф, будет пытаться играть по рейнджеру. Так, ну красное усиление есть, сейчас Stormage откроется Stormage. Свои комбы. ГБМ подходит сюда, проблемы начинаются, ИСУ тоже неподалеку. Здесь в паучка попадает его, Sonic Wave, Zaytnot неподалеку. На него прыгает Рейнджер, где же Stormage? Прилетает своим сейфгардом, Рейндж практически умирает. Это минус Элиза, и Зантис отлично врывается в Snowflower и забирает Рамуса. Вот это Ирелия здорового человека. Мне очень интересно смотреть сейчас на Люциана на соло-линии, потому что я сам очень большой фанат Люциана на миде, очень большой, но, к сожалению, я очень плохо за нее играю. Но, в частности, вот Сейтнот берет сейчас Дорн щит, стоит против Шины, спокойно фармит, и как бы немного колесо имеет 3 крипа, в тот момент, когда Люциан имеет 16. То есть это немного неравный такой бой. Да, у Шины проблемы. На миде, кстати, вот это тоже матчап бодрый. Ирелия против Хасаги. То, что ты хочешь посмотреть. Ник, так саппорт где в итоге? Саппорт? Нет саппорт. Все, три соло-линии. Два джанглера и три соло-линии. Да, новая мета, новые тренды Турция вводит. Ой, Фафабелос практически умирает. Появляется Stormaged. Риев пытается выйти уже. Слушай, Титан. Так это что у нас получается? Фафабелос стоит на соло-линии. Как топер. Титан. Сейчас Титан может погибнуть. Рейнджер неподалеку. Опасно все может кончиться. По кокам попадает по Stormage, да его забирают. Второе убийство для Kaboom. Да, и тот самый тримен пуш на 4-й минуте. Zaytnot играет. О, как Zaytnot. Хорошо. Zaytnot просто царь. Ты видел, как он ешкой четко сбивает, да, кулдаун на автоатаке.
и 4 автоатаки наносят меньше, чем за секунду. Причем это очень крутая механика. Многие Люцианы дают Ешку на максимальный рейндж, да? Но по факту Ешка Люциана может использоваться на супер максимально короткую рейндж. Таким образом, очень быстро кастуется, да. Супер максимально короткий, минимальный ник. Ну, иногда лучше проще, чем труднее. Да. И действительно очень быстро можно эти автоатаки давать. НПЕ проходит отстамейдж, да, пытается добить рейнджер. Еще два лесника гангают. Да, два лесника. Попон и гангают, и рейнджер пытается добить вышку, но у него не получается это сделать. И как в прошлой сколько игре здоровья, вышка она в новом хп выдерживает. Эта вышка, она просто, знаешь, какой-то Форт Боярд. Какой-то прям... Форт Боярд или Хельмова пать? Может быть и так. Она бессмертная. Да. Начало, конечно, такое хаотичное. Очень интересное начало. Интересное. Два лесика оба гангуют бот, на котором никто не стоит. Потому что единственный лейнер на этом боте — это Риколи. Риф встревает, да. Опять два лисика работают синхронно. Ой-ой-ой, проблема у Рива серьезная, пытается уйти отсюда, но стамейдж продолжает вести. Тайтан подходит, стамейдж будет убит, его третья смерть за игру, и ГБМ тоже упадет. Два убийства получает команда Кабум. Сейчас Фафабулос, который ставит соло-линию против твоих, может написать «Стоп, троллинг, дудс». Гайс. О, тем временем Зантинса забирает Зейтнот на топе. Да. Очень интересный пилот у него, кстати. Знаешь, через что? Через Боттерк. Да. Я говорю, Борис! Как завещал Борис, всегда заходит ко мне на стрим и говорит, Люциан не через Боттерк, троллинг. Троллинг. X9. Рэптор. Да. Да. Так, Snowflower играет по рейнджеру. Оглушение проходит, тут же ветерок от Ясуа. Подкидывание и ультимейт Snowflower. Может умереть, но живет достаточно долго за счет своей W, понижает на себе урон. Здесь появляется Fabulous. И могут погибнуть оба игрока. Кабум, подкидывание по двоим. Ну, рейнджер! Нужна кушка по стамейджу. Кулдауне, наверное, была. Стамейдж выживает, Элиза падает. И Ясуа выходит отсюда. Или же все-таки Fabulous его добьет. Тайтан здесь, Риев тоже подходит. Исцеление было у Дрейвена. В итоге Ясуа выживает. А вышка Т1 падает. Отрадно видеть то, что Стамейдж наконец-то получил. А, нет, не получил, он до сих пор третий. Я думал, что он четвертый. Он до сих пор третий. На 7-й минуте просто нет кипов, потому что очень Кайса много стилит. Вот, как бы нужно друг другу репорты, наверное, дать. Потому что много очень стилит, как бы друг у друга лес. Это знаешь, когда вот. Дабл джанг. Дабл джанг. Когда в твоей соло-ку не поделили роли, там, знаешь, автофильнутый человек. Я не пойду ни на какую роль, кроме леса. Лес ор трол. И ты такой ему говоришь: я не играю ни на какую роль, кроме леса. Берешь лес, а он такой: ну окей, дабл джангл. Окей, вот что обычно происходит в вашей. Да, истории. Потом после этого вы каждый берете по одному бафу, а потом оба фидите 0-10. Да. Это лучше, то, что лучше бывает зачастую. И по итогу, конечно, мы видим ситуацию, в принципе, что Элиза недалеко ушла от двух лесников супермассив. Ну, вообще, Кайса добротно фармит. Ну да. Ну, я имею в виду, что рейнджер 5 уровня, ГБМ тоже 5, 100 мейдж там 4, он такой суппорт. Смотришь, суппорт лесник. А, суппорт. То есть, смотри, ГБМ это керри лесник? Чего он суппорт, который собирает вариор? На этот вопрос я не могу дать ответ. Стомейдж может погибнуть от рейнджера. Подходит Зейтнот и не попадает к окнам рейнджера. Отлично поддоджил Стомейдж своим скачком. И Зейтнот тут с ультимейта разыгрывает по рейнджеру. Рейнджер практически откатился скачок. Здесь есть и Зантинс, который может прикрыть своего союзника. Everybody и в итоге выживает. Сам. Just need a little help. Обожаю Люцин. Отличный герой, который может сейчас погибнуть, кстати говоря. Кока попадает от Лиза, и Рейнджер пытается добить его, и Люциан и делает это от Зейтнот. Забирая убийство. Супер механика. Я прям наслаждаюсь. Фабулос на топе падает тем временем. Я наслаждаюсь, Ник, смотря на такого Люциана, но как быстро, да. Анимация. То есть... ГБМ хочет играть по Тайтану, почти его добивает. Но здесь стан, оглушение отличное от пассивки Брамы. Дрейвен забирает убийство, но погибает. При этом сам даблкил для Тайтана. Еще отстанавливается 7-7. У нас 1500 золота преимущество. Кабум. Так, оглушение тем временем от Snowflower'а. Проходит по Ясо. Будет ли подкидывание? Snowflower может погибнуть, кстати говоря. Ультимейт пошел на W и успевает нажать Snowflower. Урон, как мало прошло. От Хасаги здесь пытается Snowflower'а добить. Но как мансят, эти игроки. Snowflower получает подкидывание. Использует скачок через стену. А у него-то скачка нет. Идет стена. Стомейдж в опасности. Сейчас Элиза уже подходит сюда. Стомейдж может погибнуть. Прямо как он попадает точно в цель. И это минус Стомейдж. Еще одно убийство за работает команда Кабум. По-моему, очень Фа-фа-фа-фа. Весело сейчас по Фабулосу. Да, ай-яй-яй. Со скачка рейнджер добивает Релик, которая так судорожно выживала.
Знаешь, изначально я посмотрел на пик Кабум, подумал, что какой-то очень веселый пик. Но потом я как бы сейчас смотрю на пик Супермассив, вот. И как бы тут... Я даже не знаю, что сказать. Кому веселее? Кому веселее сейчас? 1-3 Израилю? Нет, Израилю. 0-1-3 Израилю? Или 1-4 Лисину? Или 1-4 Лисину, у которого дабл джангл. Которого затроллил его мидер. Я помню, ну, очень часто, знаешь, есть такие интересные молодые люди, которые считают, что могут тебе кинуть какую-то информацию, и она будет очень важна для тебя. Фабулос тем временем погибнет, Тайтан выживает, его исцеляет триумфа тем временем. Стомейдж получает по себе оглушение, ГБМ добирает Рейвена, сейчас 2-2 драка, Дзейтнот пытается тащить изо всех сил свою команду. Рейнджер подхилит сейчас достаточно сильно, по 50 здоровья с каждого яблока, и того 250. Как бы ему не умереть, ультимейт, ну хорошо, за счет оглушения останавливает ульту Дзейтнота, там Сноуфлауэр пытается добить Риева, минус Люцен, уже ГБМ пытается выжить, по нему играет Ясу вместе с Элизой, и это минус Кайса, даблкил для Ясу, здесь Сноуфлауэр тоже может погибнуть, дабл не наживает свой, урон понижается, но достаточно ли будет этого, прицельный залп, и тут ультимейт, тут Ясу практически умирает, Сноуфлауэр оглушение по Ясу дает прекраснейшим образом. Он мог не прыгать, там вышка бы два удара дала точно. Стомейдж идет умирать в очередной раз, потому что последние 4 раза он просто приходил и фидел. Веселая игра, тара-тара-та-та. Увидеть не хотите ли? Не хотите. Нет, я хочу, все очень хорошее. Так вот, и есть обязательно какие-то люди, которые постоянно тебе что-то спамят, но это не очень интересно. Мне один человек написал, скинул скрин там, где он взял лесника, и другой взял лесника, и написал дабл, чанкл, норм. Фабулос погибает. Ну, судя по Фабулосу, дабл чанкл не очень норм, потому что... Не очень весело. Одному против Дрейвена Браума стоять очень трудно, вот, а 1-5 Лисин не очень помогает стоять. Можно и зарепортить. Так, смотри, Стамейдж сейчас будет инсека делать. Смотри, инсек! О, по Дрейвену врывается Стамейдж, выкидывает его к своей вышке, Дрейвена убивает, но Лисин падает, ультимейт, от Сноуфлауэра проходит. Рейнджер пытается развернуться по ГБМу. ГБМ все еще живет, долго держался он, Зантинс под дабл и своей тоже жил долго. Сноуфлауэра пытается добить Зантинс, как Мансит и Релли, оглушение пройдет, и да! Но при этом и Релли погибнет, Зантинс выживет, это трипл килл для колеса. Сноуфлауэр, конечно, поражает до сих пор своей механикой, как и всегда. Но тут немного неравный бой, потому что 4500 золота преимущество у команды Кабум. Вот то чувство, когда вот, автофил суппорт, автофил мидер, точнее, да, ребята. Керрит, а ты вот мейн лесник, и в тебя не пошло. Так я даже не знаю здесь автофил кто, потому что как бы Сноуфлауэр суппорт. Но на миде. Который играет на миде за Ирелию, да. Да. Ну, кто автофил? ГБМ играет в дабл джангл. Так, Рейнджер. Ты знаешь, судя по счету Stomaged и по его полезности условной, то в дабл джангл играет Stomaged. Да. Это же мейн-лесник здесь ГБМ. Так, Зантинс. О, промахивает Сноуфлауэр. Очень обидно. Но тем не менее, Зантинса могут здесь добрать, на самом деле, и сделают это. Сноуфлауэр получает убийство, ГБМ. Спамит эмоции на боте. Фабулос. Зантинс только что купил второй тирдовый жилет, продал его. Ох, друзья, это вам даже пожестче, чем All Stars в каком-нибудь фановом моде. Такое увидишь не часто, друзья. Но, несмотря на то, как протекает игра, так, Стамэдж решил стать полезным. Забирает Герольда. Рейнджер находится в бот-сайде на данный момент. Часто Элизу видел Ник за последние полгода? Нет. Ну, сегодня дважды уже. Окей. В целом, давно не видел. А я сегодня дважды, а за полгода дважды. Да, ну, примерно, я примерно так же. Колесо дрифтует пожестче, чем вчерашний Сион. Вчерашний, да, стажер. И Фабулос может погибнуть. Еще одно убийство получает команда Кабум. Врывается ГБМ на ультимейте. Хорошо пытается выйти отсюда. И стонут! Релли прекраснейший проходит по Ясу. Падает он. ГБМ здесь продолжает стрелять по Зантинсу. Выживает Рамус. Нет, умирает. В итоге, но забрала при этом даблкил. А здесь и Тайтан подходит. Дрейвен убивает. Получил для себя еще одно убийство. Еще 23. Вот теперь я уже 11. Не на Тэфе, а на Люции Никс, потому что как бы ситуация вся та же до сих пор. Чисто на боте посплитпусить немножко. Телепорта нет. И знаешь, единственная логика, ну они что-то фидят, типа я тут фармлю хотя бы. Фармлю и забираю объект. Ребят, забираю объект, все файн. Вы там не умрите, главное. Забираю объект.
И хочется обратить внимание на то, что за 14 минут в игре уже сделан 23 на 14 счет. Почти 40 убийств сделано. Ну, зрительские аплодисменты дают о себе знать. То есть показывают респект ребятам за такую игру. Да. 1-7. Лисина там мощно. Так, снова по двоим. Вот почему Чипис не играл так, как Snowflower. Вот что я смотрю, Snowflower... У него механика на релли просто сильнее. Да, у него механика на релли сильнее, чем у мейн-топера. Вот мейн. Ник, ну, это вот та же самая тема, понимаешь? Когда разница в скилле игроков слишком высока, то игрок даже не на основной роли. То есть, ну, бывали времена, вот я играл со стажером в команде, и я там... Ну, стажер брал мид в соло-ранкеде. Под Snowflower играет, кстати говоря, Тайтан. Пытается здесь разыграть под Зейтноту. А тем временем на топе играет за антис по Фабулос и может убить двоих здесь. И раскайтен. Фабулос сам себя убивает. Фабулос просто убил себя Брабуса. Знаешь, есть такой очень, не очень красивый, но очень смешной мем про стену и... Там тем временем за антис... Про стену и летальный исход. Но здесь... Другой оборот она принимает фразу «убей себя, Брамуса». Это еще знаешь, когда велосипедист едет и палку себе в колеса вставляет? Как бы... А потом говорит «чертова дракона, чертова дракона». Чертов Рамус. Да. Давайте посмотрим на этот прекрасный... Смотрите, как Рамус жестко аутплеил сейчас. Смотрите, вот он стоит такой «come here, daddy, come here, boy!» И умер просто. Но он бы механики переиграл, не иначе. Да, Рамус, конечно, против такого сетапа чувствует себя просто как царь. Потому что Тарнмейл, ульта, попробуйте-ка побейте еще, меня. Еще и Санфайр. Без Бладферстера как бы особо и не побить. Да. Или хотя бы нужно... Ну вот... Клинок уничтоженного... Вампирский скипетр. Хотя бы скипетр. Хотя бы, да. Он клинок уничтоженного короля поможет. А ты понимаешь, помимо того... что Торнмейл возвращает урон, да, и W Рамус возвращает урон. Еще и хил режет Торнмейл. Ты же помнишь, доспех он не возвращает, он наносит урон. Ну, да. Ну, то есть он наносит урон и режет исцеление. Магически, он же немножко изменен. Да. Так что все не очень хорошо так. И колесо поехало, полетело. Так, передумала или нет? Спасло Мейдж играет. Таун, сразу же Кокон. Сколько урона проходит? Минус Лисин и... Зантис идет вперед, по нему стреляет вся команда Зумирвейсов, но этот Рамус жил очень долго, если бы еще Дрейвен попал. Сейпнот забузил сейчас, он ультой стрелял, чтобы не умирать. Урон-то с шипованного доспеха не проходит. Он воспользовался тем, что... Хитро. Здесь, знаешь, нужно какой-нибудь Вицент собрать. Стой, тут Ясо играет по Фабулоса, пытался мансить Эзрель, но погибает. И кабум! Уже 32 убийства имеет за эту игру за 18 минут. 15 убийств. 18 минута, 47 киллов, дамы и господа. Это трансляция МСА. Это последний игровой день групповой стадии, самой первой начальной стадии, да. Где уже понятно, да, что турецкая команда что вышла. Мейдж выкидывает Титана под вышку Т4. Забирают убийство. Знаешь, Ник, ты так хайпишь такие моменты, как будто счет 1-2. Но я тебе напоминаю, что 48 убийств уже было сделано. Дай мне получить удовольствие от этой игры, Юр, тоже. На! Спасибо, Юр. А все время Snowflower сейчас погибнет. Стоумейдж 9 уровень так, после... Snowflower получает по себе кучу урона. Рейнджер. Прям вот хочу уже прийти домой и за Люцика катнусь. Нормальная тема, да. Минус Люцик, кстати говоря, в это время. Жалко. Ну, знаешь, после такой игры должно быть желание за Рамуса катнуть, на самом деле. Не-не-не. Против ПДАДшников, пожалуйста. Это вообще да, кстати. Это такое в Солоку часто бывает. Даблкил забирает Фабулос. Минус Браум. Где, знаешь, если ты Рамус не 0-8, то тогда ты все равно будешь полезен на 30-й минуте. Знаешь, даже если ты Рамус 0-8, против такого сетапа ты будешь полезен на 30-й минуте. Ну, нет, если ты 0-8, а враг будет 8-0, когда у тебя будет полтора слота, а врага 4, ты полезен будешь не особо. Потому что все-таки слишком сильная разница в предметах. Ну, остается надеяться... А тут Рамус просто забей. ХП белт, ниндзя-таби и два армор предмета. Он трайхардит, понимаешь? Ну, как бы... Нет, красавчик. То есть Зантин здесь вопросов нет. Не, я понимаю. Правильное решение, правильный пик, хороший. Да, мисс Тайфен подходит. Пытается постамейдж сыграть. Отличное оглушение от Сноуфлауэра. Постамейдж доиграет дальше. Колесо
Катится, едет. Решает остановиться на остановке. Лягушка. Сколько у зантинца здоровья? Там около 3000, я думаю. Да, я думаю, где-то в том районе. Ну и все, и брони около там 300. Ну, может, чуть побольше, меньше. Даже побольше, наверное, чем 3000. Нет, ну... А, да? Я ну, может быть. Может быть, даже 3300 или что-нибудь. Нет, я думаю, нет. Жаль, не наш сейчас так. Обсерверник не может показать. Да, жалко, жалко. Наш обсервер не, у него нет, 2800. У него нет даже 3000. Там. Зантинец играет по Snowflower. Snowflower сам себя убивает, выкидывает Зантинца. Подходит Fab Fabulous. Тут же Браво прикрывает. Stomage умирает. Подкидывание от Рева не прошло. По Fab Fabulous. Мне кажется, здесь Моус Дэмэдж будет у Рамоса. Просто потому, что его бьют, как бы, и возвращают. Нет, нот. Ультимейт свой дает. Потает, оно играет. Почти падает Дрейвен. Рамо, колесо, нет. Не тролль. Колесо бэкается. Рев пытается уйти. Зантинец выходит из куста и... Идет на помощь, Рейнджер подходит, хотят сыграть дальше по команде Супермассив. Умирает Snowflower, но падает Зантинц. Рейнджер прыгивает сюда, ГБМ тем временем убил Дрейвена. И Риев вместе с Рейнджером пытается разыграть здесь 2 в 3. И падает очень быстро Рейнджер. И Риев тоже минус, но тем временем кто работает на базе команды Супермассив? Это Ясо. И он пытается закончить эту игру. Т4 вышка практически упала. Нексус открывается, Суперминьон есть. Стомейдж выходит здесь своим сейфгардом. И прыгает Мансит, Ясо, но сливает свой ветерок неудачно. В итоге не удалось использовать свой ультимейт, и, скорее всего, Ису... Нет, он ульту дает! И практически погибает Stomage, но сам Ису падает. Это эйс в пользу команды Supermassive, но голый Nexus умирает Stomage в очередной раз. 12 уже. ГБМ очень весело. Антирекорд, наверное, здесь ставит Stomage. 12 раз он умер за 21 минуту. 12 раз — это только начало, Ник. Я тебе могу это точно сказать. Это больше, чем... Это больше, чем смерть в минуту? Нет, ой, точнее, нет, прошу прощения. Я хотел сказать, что это больше, чем смерть в 2 минуты. И хотел сказать, что это половина смерти его команды. Вот. Какая-то цифра 2 оказалась проклятой в твоей калькуляции. Нет, половину. 24 на 12, 2. Нет. 24 килла — это в его команде. Его команда... А, ну да, тогда... 39 раз. Тогда его смертей... В 2 раза меньше, чем киллов его команды. Да, так пойдет хорошо, даже так. Стамейдж может здесь умереть, кстати, выкидывает Стамейдж 3 Ева за счет ультимейта, и Зантинс тральбаснул немножко тут. Вместе с Ревом. Зато Стамейдж может сказать, у меня КДА один. Один, да. И меньше. Я за каждую смерть делал ассист. Да. Один из 12 раз даже убийство сделал за это. Знаешь, в некоторых других играх это очень даже хороший КДА. Ну. Но если у тебя счет 1-1-0, а ты гангплан с 500 мобами, который Нексус бьет, то возможно, да. Возможно, можно проститься такой КДА. Стомейдж на 11 уровень, конечно, если нотку серьезности добавить, то... Очень мало предметов у Супермейсов, но очень так, здорово они механически играют. Так, ГБМ летает сюда. Рейнджер практически умирает, но Стомейдж уже минус. И Ясо сдает свой ультимейт. Зейтнот падает. И команда Супермейсов разваливается прямо здесь. И Фафабилс единственный выживший. Так, его пытается добить. Теперь уже команда Кабум Тайтан сдает свою последнюю автоатаку. Минус Эзреаль. Размен 5 в 1 в пользу Кабум. И они идут за 22,5 минуты заканчивать этот матч. Саганет Ингибитор встает. Попрошу, ингибитор появляется, 8 секунд до 100 дан-дан-дан, оно катится. Да-да-да. Куда тут катится, не ясно. Рамус на прокачку. А, это ингибитор сейчас добиваться не будет. То есть они хотят задайвить. Так, 100 мейдж один. Ну, 100 мейдж тоже все. У него когда один, ему нельзя умирать, нельзя никого убивать. Можно убить и умереть. Хотят продлить эту игру. Супермассив выходит сюда, ГБМ, дает свой W, последняя драка пойдет сейчас, Тайтан получает по себе удар, и Стомейдж выкидывает, вот еще ультимейта, тут же идет ульта от Сноуфлаура, падает Дрейвен, Риев еле-еле живет, Стомейдж вышел, Зантинс падает, здесь же Кабумы все полягут, и я боюсь, что, ну, это, конечно, не факт, что развернет игру, но эйс, нет, не эйс, 4 в 0 разменивается команда Супермассив в свою пользу. Рейнджер. Так, ну время Рейнджеру. Так, время сиять. Сияния так, нет. Да-да. Сияния нет, да. У него зато есть хэкстековый штык. Вас издаст going on. Я не знаю, ГБМ только что умер за секунду. Даже меньше, наверное. О, это Surrender? О, это Surrender от Супермассива. Баксплаттер появился. Баксплаттник. От такой игры я не удивлен.
А можно суррендерить вообще? Вандер говорил вчера, что можно. Ну, если это можно, не почему бы не засуррендерить? Такую игру, да. Можно было до 15-й засуррендерить, на самом деле. Очень довольны сейчас корейские легионеры. Повеселились. Турец команды. Получили удовольствие. Ну, конечно, они вышли уже дальше. Они вышли уже дальше. И они понимали, что бразильцы не будут играть супер серьезно, потому что уже тоже понимали, что от них ничего не зависит, в частности, от их выступления. Поэтому вот такая вот веселая, динамичная, замечательная игра, дамы и господа. У нас получилось очень много убийств. Очень она была похожа на одиночную очередь где-то между вторым и третьим Silver дивизионом. По количеству убийств, я имею в виду, конечно. Да нет, знаешь, бывают и в Алмазе такие игры. Очень, ну... Столько убийств? Очень редко. Ну да, но столько, да. 20-я минута, там, 60 убийств. Ну, это совсем уже перебор. Ну да, то есть 3 убийства в минуту в среднем происходит. Да, бывают, конечно, игры, в которых может быть там счет в 20-й минуте, там, даже 20-20. Да. Но бывали легендарные игры, Юр, и с большим количеством киллов в свое время. Это правда. Хотя они длились чуть подольше. Ну, длились подольше, да. Но там было и больше намного киллов. Свои годы, ты помнишь, Юр, игровые такие игры. Но это было совсем давно. Таких игр я уже давно не видел, честно говоря, потому что, ну совсем прям, ну сколько убийств, сколько было прям динамики, сколько было очень такого здоровского экшена. Иногда да, ты пытался или я пытались вставить что-то вот не по игре, что-то как-то абстрагироваться, да, и какой-то такой момент, но каждый раз, когда это происходило, что-то новое возникало. Да. То есть даже 30 секунд никого не было для того, чтобы что-либо вставить. Друзья, команда Кабум одержит победу на Супер Мэссив и заканчивает свое выступление на MSI со счетом 4-2. 3-3, по-моему. Кабум 3-3. Кабум 3-3, потому что счет был 2-3 у них вроде, и стали они 3-3. Но в любом случае для бразильского коллектива, наверное, это не самый худший расклад. По-моему, 3-3 у них счет стал. Окей. Вот. И не самый худший расклад для бразильского коллектива, наверное, хотя, конечно же, любая команда хочет выйти из групповой стадии плей-ин, но не в этот раз в Бразилии. Да, ну, на самом деле, по этой игре тут уже мало что можно добавить такого прям, чтобы как-то подвести итог. Да никакого итога нет, была очень веселая просто игра, она была не очень серьезная и очень зрелищная, дамы и господа, но одержала победу команда Кабум, даже несмотря на механику, продемонстрированную членами команды Супер Мэссив, они даже близко не смогли победу одержать. Мне интересно, что наши студии аналитики скажут по поводу Ирелии от Сноуфлаура и сравнит ли, особенно вот Зак. Зак любит поговорить про Ирелию, потому что много на ней играет в последнее время, и что он скажет про Ирелию от Сноуфлаура, ну, про Ирелию и Чиписа я знаю, что он скажет, но он может их сравнить как бы немного. Допустим. И тогда будет интересно, что скажет. Кстати, я уже думаю, что мы скоро совсем передадим слово в студию аналитики, если мы еще не готовы пока что. Я уверен, Ник, что мы уже готовы. Поэтому предлагаю коллективно, да, Ник, коллективно слово передать. Слово в студии аналитики. Леша, тебе слово. Принимаем слово, кладем его на стол. И, в общем-то, друзья, команда Supermassive Esports не смогла закончить идеально свое выступление. Ну, а вот Kabum Esports дали настоящую такую громкую, крутую последнюю ноту на этом MSI, побив сразу несколько рекордов. Это была самая кровавая игра на 15-й минуте в истории MSI, самая кровавая игра вообще в истории MSI суммарно. И 4 килла не хватило, чтобы стать самой кровавой игрой в истории всех игр профессиональной Лиги Легенд. Да, Альянс Миллениум не дотянули. Не получилось. Легендарная эта игра. Не получилось. Но хорошо, что, знаешь, фэнтези нет для Mid-Season Invitational, иначе сейчас чьи-нибудь фэнтези бы просто либо сгорели, либо, наоборот, кучу очков бы набрали. Да. Ну, Зак, у Snowflower Ирелия могла вытащить Dire Wolves в следующий раунд. Да, это ты абсолютно правильно подметил, и мне кажется, такой игрок, как Snowflower, на любую его позицию в Dire Wolves можно было закинуть. Все 5 позиций сразу. Ну, есть теория, что Five Fabulous даже не лучший топер своей собственной команде, вот, судя по этой игре. Я не знаю, кто из них лучший АДшник, потому что от Рамуса умирали все очень дружными рядами. Затем вот пытался этого избежать, сплитпушил где-то на боковых линиях, убивал Рамуса в начале, но... Не уверен я насчет саппорт Лисины, вот этого вот, который книгой пытался подкидывать. Книгу взял, флэш откатывается. Но Ирелия, конечно, была сильная. И вот здесь он почти размикрил. Прям чуть-чуть ему не хватило. Прям совсем копеечки. Да, корейский игрок, конечно, нам демонстрировал
Просто чуть-чуть. Да, ему не хватило просто, вот если бы автоатаку не успел как Зантис сдать, то он бы просто убил его. Потому что там кушка была в откате у него. Легчайшая. Эта релли заслуживает десятки. Прям такой твердой. Релли заслужил победу в этой игре. Да-да-да. У него Может волчат, наверное, написать. Нет? Ошибок практически не было. То есть там миссы станов иногда это приемлемо. Но здесь в основном станы были очень крутые. Здесь механику он продемонстрировал. То есть он там закидывал какую-нибудь саблю, там прыгал по крипам, все круто. А вот это потрясающий момент. Да, Рамос, который собрал шипованный доспех здесь. Он мог это, кнопку S нажать. Гнили все эти стрелки, когда его по нему стреляли. Иногда даже ты смотришь на Фапаблуса и думаешь такой, пожалуйста, не стреляй по Рамусу, у тебя просто там сразу по 4 клетки ХП за одну автоатаку отваливается. Досадно. Там потом будет момент еще классный, когда Ясу не может закончить, и в итоге пенту стелит Фапаблус. Наверное, попозже, наверху будет. В этой игре, сейчас конечно, они опять Рамуса будут пытаться убивать. Это я видел уже где-то. Сейтнот просто. Вот это синхронное просто гниение. Но здесь, конечно, законтрит. Счетерил Сейтнот. И там еще GBM сейчас от лягушки умрет. Нам это, правда, наверное, не покажут. А вот здесь вот, да, они прям чейзят и... Микрят очень классно, Супермейсив здесь, он там Ясу просто башню ломает и... И сейчас выезжает колесо в спину. Не, ну колесо здесь так заезжает. Ну так, с флеша запрыгивает. Здесь и... еще пытается колесо спасти. Трое членов команды Супермейсива еще по процентов 40 потеряли. Зейтнот здесь неплохо выживает, несмотря на то, что элит там фулл АП. И вместе с GBM они кое-как выживают, но... И пенту стилит Фапаблус, просто зачем? Этой игре реально только пентакила, знаешь, не хватило, остальное в ней было все вообще. И вот здесь должна была игра закончиться, в итоге закончилась сцена только через несколько минут после этого. Потому что кое-кто отказался сначала ингибитор защищать, а потом Супермейсив просто опровергли заявление многих, что Surrender запрещен в компетитив играх. И поняли, что они очевидно слабее и по драфту, и по отыгрышу, и по всему-всему в этом матче заслужили свою победу команда Kaboom Esports, и они отправляются домой в Бразилию. Ну это не 50 тысяч, конечно, Зак, да. Но со счетом 4-2, вот, они замыкают группу тех, кто не прошел в группу, дальше в следующий этап. Они были в одном шаге от того, чтобы дать борьбу Супермассив, но никому больше турки не оступились. А у нас последняя игра на сегодня. Игра тоже не очень, возможно, серьезная, но надеемся, что там тоже хватит шоу своего и своей особенной интриги. Пентаграм и Dire Wolves. Ну а пока небольшая пауза.